друзья! Впервые ведущая даже не успела закончить свое приветствие в начале шоу и уже прерывает выход Антона Дерябина, который практически насильно вталкивает судью на ринг. Я привел сюда рефери, вот он я. Выходи сюда, бери свои штаны и докажи, что ты настоящий мужик. Давай, выходи сюда быстро! Да, не раз уже пострадал Антон Дерябин от бандерлогов и от Максима Гребнева, но посмотрите, действительно быстро вышел Максим Гребнев в сопровождении своих двух напарников. А что это был за жест вот с педалями, коллега, вы мне можете объяснить? Я думаю, он просто советует Антону Дерябину крутить педали, пока не дали, как в старой доброй поговорке. Антон, 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 Антон. Я вот долго думал принять ли твой вызов, и знаешь что? Я хочу, чтобы ты знал. Возможно, я уважаю тебя как рестлера. Я с первого дня вместе с тобой в этой федерации. Но я не уважаю тебя как человека. Знаешь почему? Потому что ты с первого дня своей карьеры в НФР продал свое лицо. Ты получаешь все. Ты получаешь головные матчи, ты получаешь чемпионские пояса. Кого ты побеждал в последнее время? Ты победил Федора Маркова, ты победил Никитина, ты победил Щукина. Но знаешь что? Я сейчас на тебя смотрю, в твоих глазах есть ненависть. Это самое ужасное, что может быть с борцом. Ты знаешь, ты уже понимаешь, что ты уже давно народный чемпион. Все фанаты твои потихонечку отворачиваются от себя. Твое время ушло, мое настало. Она настала, потому что я делаю это шоу интересным. Возможно, сейчас ты думаешь, что зрители любят тебя, но они любят тебя как рестлера. Они просто смеются над тобой, потому что такой большой дядя с бородой в толстом костюме выходит и шмёхнет свою большую ладонь, протягивает маленькие ученки. Ты клоун, Антон. И знаешь что? Ты хочешь, чтобы я принял вызов? Я надеру тебе задницу и всем докажу, что я народный чемпион. А тебе пора. И вы знаете, коллега, я полностью согласен с тем, что сказал Максим Кремнев. Сколько в этом лицемерия! Сколько в этом лицемерия! Сначала взбесить, мешать борцу нормально проводить его матча, а потом говорить, в твоих глазах появилась ненависть. А как же ей там не появиться? И вот с этой ненавистью Антон начинает этот матч, буквально размазывая Кремнева по углам ринга. Да, и даже вот так вот вырвавшись из одного угла, Кремнев все равно попадает под два мощных шлагбаума. Скуп-слэм вдогонку. Здесь самое главное, чтобы вот эта ненависть, которая придает сейчас сил Антону Дерябину и настроя, не сделать так, чтобы он потерял рассудок. Ну, я думаю, он не настолько еще умственно нестабилен, чтобы терять рассудок из-за этого. Вот, вот бандерлоги. Бандерлоги приходят на помощь Максиму Кремневу. Делал, и своей речью он сделал все, что можно, чтобы его еще сильнее взбесить. И своими действиями. И Антон прекрасно понимает, что все повторяется. Но в этот раз все-таки, когда красавчик, извините, Кремнев, официально один на один против Антона Дерябина на ринге, у него не так уж и много шансов. Даже вот это вмешательство из-за ринга смогло сбить атаку Антона только на очень короткий промежуток времени. Антон продолжает фактически в одни ворота атаковать Кремнева. Вот, сейчас бы был мощный суперплекс, если бы не эти двое. Торнадо DDT! Замешкался Антон Дерябин, отвлекся он на бандерлогов и удержание. Кстати, у нас сегодня какой-то, на удивление, судья немножко пассивный, потому что я бы на его месте просто после даже первого вмешательства бандерлогов просто увел бы от ринга. Под угрозой дисквалификации Кремнева. Конечно, выгнать напарников Кремнева из зала. И не стоит терять такое фамильярное с собой обращение. Кремнев сейчас быстро переключился на Антона, судьи. Да, конечно,
если это нельзя, конечно, назвать матч один против трех, но, по крайней мере, один против двоих-то точно, потому что те двое из-за канатов вполне заменяют собой вмешательство еще одного рестлера, если бы он был на ринге. Кремнев издевается над Антоном Дерябиным. И Антон что-то пока не может прийти в себя. Видимо, ему сильно сбили дыхание. Да и сил он много растратил вот на все свои атаки, которые он проводил в начале боя. Но, несмотря на то, что сейчас ногу положил на канат Максим Кремнев, даже Антон Дерябин вырвался. Судья даже этого не заметил. А я думаю, ногу там можно было по большому счету и не класть. Ну так, для верности. Решил перестраховаться. Ничего бы это ему не дало, потому что если Антон держится, хоть ты три ноги положи. Были! Да, взрывная контратака. Из ниоткуда Антон перебрасывает через себя Кремнева. И теперь уже эти две его, как их назвал Антон, шавки? Да, что-то похожее на атаку, на шавки. Они успокаивают за рингом Кремнева, но и здесь его настигает Антон Дерябин. Да что же такое? В этот момент отвлекал судью Максим Кремнев, чтобы он не увидел вот этого нападения, иначе была бы дисквалификация. Снова Антон Дерябин на ринге, снова удержание. Нет, Антон Дерябин держится. И я удивлюсь, если бы было в этом матче по-другому. Кремнев. Ну нет. Клоузлайн. Что-то я бы не стал на его месте полагаться на клоузлайны и даже на болевые. Да, вот, конечно, такие удары по голове, безусловно, имеют свой эффект, наносят свой урон Антону Дерябину. А Кремневу теперь самому надо отдохнуть. Он, конечно, сейчас под видом вот этих вот... я даже не знаю, как назвать. Как некрасиво он кривляется, издеваясь над Антоном Дерябиным. Но одновременно... тем самым как бы ухватывает себе еще несколько дополнительных секунд, чтобы отдышаться. Он встает. Вот здесь зрители поддерживают, конечно же, Антона Дерябина криками, что придает ему сил. Но снова Максим Кремнев пока на высоте. И болевой на руку. Смотрите, как наверняка берет прямо под свою... подмышку зажимает запястье Антона Дерябина Кремнев. Не знаю, сможет ли вырваться Антон Дерябин. Нет, он положил ногу на канат. Он дотянулся до каната. А, да. Теперь вижу. Кремневу не было шансов, пришлось послушаться судью. Но на этом он не оставляет свои попытки. Переходит к ударам. Ну, с тактической точки зрения это гораздо правильнее. Карусель удачи! Нет! Суперкик! Точно в яблочко рубит Кремнев Дерябина. Раз, два. Нет, 2,9, но не 3. Ну, нисколько не поддерживая, так сказать, моральную сторону Кремнева, нужно сказать, что вот это ударный способ решения вопросов в этом матче, он наиболее правильный, потому что кроме вот этих многочисленных ударов по голове, больше ничего с Антоном сделать нельзя. Ну да, вряд ли здесь помогут бросковые приемы. Просто потому, что сомневаюсь я, что Максим Кремнев поднимет вот эти вот 120 килограмм. Антон до сих пор плывет. Но! Ой, вы видели это? Судье чуть было не снесло сейчас челюсть. Карусель удачи со второго раза проводит свой коронный прием Антон Дерябин, но судья-то в ауте. Ой. Ну и пока рефери не видит, на ринг залетают бандерлоги и начинают форменное избиение Дерябина. Да, странно было бы, чтобы если они не воспользовались ситуацией. Но как пострадал судья, Антон Дерябин машинально пригнулся, а Кремнев даже не собирался тормозить свою выброшенную вперед ногу. Стулом по голове и конгом вдогонку. Все, теперь уже Антон точно в ауте после этих многочисленных ударов. Приводит Валерий Хамов в чувство рефери. Раз, два, три. Вот такой вот редкий случай, дорогие друзья, произошел. Антон Дерябин проиграл в матче 1-1. С ним это бывает только редко. Да какой 1-1? Вы же видели, что для этого потребовалось. Видел. Все, пошло. Да. Вот. Да. Вмешательство из-за ринга, многочисленные удары из-за ринга. И, наконец, мощный удар стулом и металлическим 10-килограммовым гонгом по голове.
Антон Дерябин до сих пор в ауте. Полное попрание правосудия. Полное надсмехательство над честной борьбой. А теперь быстро все заткнулись и поприветствовали нового народного чемпиона независимой федерации рестлинга. Спасибо! И чтобы довершить свои моральные издевательства, теперь еще Кремнев сам себя и провозглашает народным чемпионом. Коллега, вы наверняка это одобряете. Конечно, да, я это одобряю. Константин Лопатка пока не выступает, и, возможно, во многом из-за этого Серж Салливан вынужден принимать участие на этой опасной зоне в матче 1 на 1. Давненько мы его не видели в сольном виде. Да, и сейчас этот пробел мы восполним. А вот этого человека мы не видели давно вообще ни в каком качестве, потому что давно не выступал Рейв в независимой федерации рестлинга. И сейчас это фактически его возвращение после двухлетнего перерыва или что-то около этого. Ну, если, в принципе, можно считать его матч на юбилейной опасной зоне против Вахнеева и Суперруса. Но все-таки это более такой первый действительно полноценный матч, один на один. Матч, то было воздаяние по заслугам двум взорвавшимся большим грязным ртам. Да, это уже такой действительно настоящий полноценный матч, один на один. В свое время и Серж Салливан, и Рейв были командными чемпионами независимой федерации рестлинга. Ну, соответственно, в разных составах. А то я уже стал быстро. Не-не-не, в разных составах. Рейв был с Локомотивом, а Салливан смотрите, с Лопаткой. Как поднаторел Салливан, он делает первый шаг в этом матче и ставит тем самым Рейва в очень неловкое положение, потому что как так после такого возвращения тут же пропускать первый гол, можно сказать. Да, причем от человека, который уступает ему и в опыте, и в по внешним данным. И снова такая же ситуация. И уже на лице у Рейва видно такое явное недоумение, что же происходит. Может быть, он как-то решил начать возобновление карьеры с такого, ну как сказать, с такого уважительно мягкого подхода к противнику и начинает тут же уже из-за этого пропускать вот эти вот ходы, но не в этот раз. Да, видимо, двух вот этих вот приемов Салливана хватило. И Салливан ловко выходит теперь, опять он оказывается сзади Рейва, на этот раз хаммерлок. Рейв встает, используя Салливана как опору, и бросок пожарника. Нет, ну хорошо, конечно, что борцы сразу, так сказать, не принимаются друг друга мордовать, что есть. Да, все-таки классическую борцовскую технику используют. Пытаются действовать по-честному, насколько это возможно. Салливан разгоняет Рейва. И к его сюрпризу Рейв оказывается за спиной для того, чтобы сделать быстрый переброс через бедро. Все зрители скандируют «Рейв, Рейв, Рейв». Соскучились они по этому рестлеру, ждут от него новых классных матчей, красивых побед. Рейв делает первый кик в этом матче. Да. Видимо, понял, что с Салливаном просто так не справится.
нравится, а здесь произошло что-то непонятное. Ну, Рейф, видимо, предвосхитил намерение Салливана, попытался притормозить, но Салливан все-таки сделал ему как-то так на излете удар. Ну, я думаю, что изначально, конечно, Салливан планировал делать боковые ножницы. Возможно. Да. Но вместо этого прекрасный мексиканский армдрак. И Салливан вымеряет Рейва. Мне всегда нравится вот этот армдрак, который начинается фактически с сальто через противника. Ну а Рейв рубит Салливана старым добрым шлагбаумом. Рубит. Просто. Вот рубит. Рубит практически напополам дропкиком опять в середину туловища. И снова шлагбаум, снова лежит, ну, уже не лежит, уже встал на ноги, да, Салливан. Салливан явно не хочет лежать, более того, он реверсирует, Рейв набирает скорость и такой... Уже в прыжке был. Да, прыжковый клоузлайн проводит. Почему он не удерживает Салливана? Хочет сделать наверняка спайнбастер. Вот, наконец, удержание. Вырывается Салливан. Что могут означать эти жесты? Коллега, вы все время мастер на догадки. Поясните, пожалуйста. Наверное, будет какой-то бросок. Поднимает Салливана на плечи. Салливан быстро слезает. И... Ну, в ходе со второй попытки у Салливана все-таки получается вырваться. А вот здесь на секунду замешкался, да. Салливан и немецкий бросок. Правда, Салливан всеми силами пытался уйти, поэтому как-то так это был полунемецкий, я бы даже сказал. Но Салливан все равно пострадал, потому что мы видим, пока что не может встать. Рейв говорит ему: лежи здесь, не смей укатываться. Залезает Рейв на третий канат. И... Салливан все-таки сообразил, что лучше вовремя откатиться, чем ждать, пока на тебя приземлится 105-килограммовый противник. Ой, посмотрите! Роллинг торнадо DDT! Роллинг торнадо DDT только что делал Салливан Рейву. Но, тем не менее, вырвался Рейв из этого удержания и... Вот, а вот, вот. От этого... Вот это уже что-то посерьезнее показывает Салливан. Да, даже удивительно, что Салливан поднаторел настолько, что смог заключить Рейва вот в такое, такой силовое болевое объятие. Да. Такое ощущение, что он ему сейчас просто голову оторвет. Ну да, по крайней мере. Очень жестковатый приемчик. Даже не знаю, где Салливан таким научился. Вроде ж не мог тот же лопаткой его такому научить. Нет, лопатка точно не мог. Посмотрите, Рейв... Ой, извините, Салливан пытался освободиться от Рейва, перебросить его за ринг. Но вместо этого Рейв оказывается на краю. Но тут же получает кик по виску от Салливана. Салливан не собирается на этом останавливаться. Что же будет дальше? В Салливане появляется какая-то злость на 5-й минуте этого матча. И... Рейв что-то потерялся, долго висит. Салливан попадает ему голенью по затылку. И снова выход на удержание. И снова вырывается Рейв. Но близко. С каждым разом Салливан все ближе и ближе к победе. Если он таким же темпом будет продолжать, победа будет у него в кармане. Да, самое главное сейчас не останавливаться. Если к тебе приходит второе дыхание, то именно попытаться капитализироваться на этом. Снова Салливан на третьем канате. Ой! Ну что ж, что спиннинг хилл-кик, только без спина. Сейчас был Рейв. Но все-таки на противоходе вошел он в Салливана нормально. Конечно, досталось, что и говорить. И... Кредл-шок! Он же колыбельный бросок! И победа! Да, победил все-таки Рейв, несмотря на то, что отсутствовал так долго. Салливан сделал все, что мог. У него почти получилось, но Рейв все-таки оказался сильнее в этом матче.
Хотя видно, что ему это тоже далось нелегко. Последнее удержание было с такой силой, он держал, обнял его ногу, чтобы как бы молился при этом. Только бы не вырвался. Ну и Салливан и не вырвался. Рейф отдает должное противнику, несколько заслуженных аплодисментов. И на этом мы завершаем второй матч нашей последней опасной зоны. Переходим к более тяжеловесному дивизиону. И Михаил Никитин, которого, кстати говоря, в последнее время что-то не так часто видно, а ведь это один из подающих до сих пор главные надежды борцов в независимой федерации рестлинга. Можно сказать, что в пока еще недолгой карьере Михаила Никитина были поражения, были, тем не менее, знаковые победы. Все-таки Кубок Лужников он выиграл в 2011 году. Потом была, к сожалению, было у него несколько травм, от которых он долго восстанавливался. Но, тем не менее, в очередной раз мы можем лицезреть его на ринге независимой федерации рестлинга, а драться он будет в матче 1-1 против Ильи Малкина. Да, в этот раз у Никитина очень сильный напарник. Боюсь, с такими напарниками 1-1 ему еще не приходилось сталкиваться. Тем более, принимая во внимание то, насколько успешно Илья Малкин в последние несколько месяцев продвигался, скажем так, в международном дивизионе независимого рестлинга. Победа над Джо Легендой, над Муратом Боспорусом. Он победил легенду. Да. И не одну. Да, он победил человека, который, по словам суперзвезды WWE Эйджа, был одним из его таких тренеров-наставников, вы представляете себе? Хорошая поддержка, но теперь можно пожелать Малкину только одного, чтобы не расслабляться и не начинать, так сказать, относиться к более молодым противникам, так сказать, без должного уважения. Такое приятного аппетита можем пожелать фанатам. Нет, вообще-то Малкин сделал правильное замечание. Ну да, вот что вы еще выедите. Откровенно жевать всякие непотребные, так сказать, неполезные чебуреки на шоу в общественных местах. Если уж кушаете, кушайте здоровую пищу, там салаты, например, там на натурпродукты. Никитин разозлился, перехватывает инициативу и, посмотрите, вкидывает Малкина. И какой был удар, особенно второй. Но настоящий рестлер умеет держать удар. И сразу чё прописывает Илья Малкин. Ой. И с локтя добавляет он Никитину. Это еще не все. Но, посмотрите, как бы сказав этим, что я не так жесток, чтобы добивать его каждый раз в челюсть, но я достаточно зол, чтобы проучить его. И поэтому Малкин переходит к чопам, но ненадолго. Вот срубил. Но Малкин, посмотрите, тут же встает. И такому же примеру следует Никитин. Обмен клоузлайнами. Фестиваль клоузлайнов. Да. Да, конечно, такая большая. О, в полете! Михаил Никитин всеми своими 110 килограммами сносит Илью Малкина. Да, и Никитин теперь на шаг впереди. Посмотрите, он сам приподнимает Малкина. Еще добавляет 3 удара. Разбег. Посмотрите, как ловко Малкин отбивает попытку клоузлайна правой ногой. И
Мафия кик и мощнейший шейлок вдогонку. Удержание. Очень важное качество борца — умение действовать такими короткими комбинированными сериями. Ну, к чести Никитина, надо сказать, что он держится и после этих серий. Но как-то очень уж он очень уж он чувственно воспринимает эти чопы по груди. Видимо, вы знаете, чувствительная кожа бывает. Да, знаете, вот, к загару бывает такая не ну, сильно восприимчивая. А тут, видимо, чувствительная к чопам кожа. Нет, Никитин, конечно, хотел сказать, потерялся, но нет, все-таки собрался. Разгон. Что это было? Ой, висок прямо носком ботинка. Я не удивлюсь, что если Никитин будет в глубоком ауте после этого. Нет, вот я люблю такие матчи, когда борцы не валяются подолгу, они, превозмогая боль, встают и быстро возвращаются в борьбу. Именно так и надо держаться. Ну, Малкин как-то переходит уже к экзекуции, можно сказать. Никитин опадает. Ну, как бы, конечно, убедительная победа — это всегда хорошо, но я боюсь, как бы Михаил Никитин после, скажем так, убедительного проигрыша не потерял веру в свои силы. Все-таки очень перспективный борец, а тут буквально он просто попадает под такую активную раздачу. Опять страдает от чопов. Видимо, нащупал Малкин слабое место своего противника. Поднимает Малкин Михаила Никитина на плечи, но тут сразу же с него спрыгивает, встречает ударом ноги и суплекс! Быстро восстанавливается Никитин, посмотри. Еще один! Да, сколько интенсивности сейчас было написано на лице и... Ну, наверное... Ну, бросок Карелина! Нет, это же... Болевой захват лодыжки! Это да, болевой Карелина! Да! Назовем это так! Да, на счастье ли Малкина канат оказался неподалеку, дотянулся. Хотел оттащить и тащил к середине, но как-то оттащил недостаточно далеко, видимо. А Малкин не пускает момент. Ну, Михаил Никитин предоставляет ему возможность подняться. Что, в принципе, весьма благородно. Непростительное малодушие в данном случае. Потому что Малкин-то его совсем не жалел. Не давая ему опомниться, опять, видите, действует пачками, можно сказать. Михаил Никитин с трудом, поясницей после этих двух суплексов. Неоправданная грубость к противнику сейчас демонстрируется Малкиным. И еще одна проверка на стойкость. Ну, уже полностью страдание написано на лице. И такой... Это называется киллер-шат. Да. Выстрел на... контрольный выстрел. Удержание... Не получился контрольный выстрел, потому что еще остались силы у Михаила Никитина. Бой продолжается. Сегодня прям просто матч чопов. Я уже сбился со счета, сколько чопов Малкин прописал Никитину. Резко встречает Михаил челюстью Малкина. Реверс. Какой запутанный закрут. И снова отлично спланированная и исполненная комбинация. Ну почему Малкин не удерживает? Там же осталось только удержать. Потому что в этот раз он решил испытать на Михаиле Никитине какой-то доселе непробованный болевой. И он успешно исполняет. Да. Очередная победа Ильи Малкина. Да, победа, конечно, убедительная, но как переживет ее Михаил Никитин? Ну, я думаю, как и всегда, с честью. Так,
Илья Малкин явно хочет взять снова. Интересно, на какую тему. В болевых конвульсиях покидает ринг Михаил Никитин. И вокруг я оказался чуть-чуть сильнее. На этом я отправился не собираюсь. Я решил продвигать независимую федерацию рестлинга в мире и самого себя, конечно же. Поэтому промоутеры НФР бросили вызов большинства суперзвезд и индии рестлинга. И один из них откликнулся на этот вызов. Это вот, включи, пожалуйста. Друзья, это же Самурай Дельсоу! Да, это почище. Это даже почище не то, что Джо Легенда и Мурата Боспорос. Это почище их обоих вместе взятых. Друзья, это же настоящая одна из самых экстремальных звезд в таком хайфлайерско-экстремальном стиле мирового рестлинга. И неужели он будет драться с Ильей Малкиным? Да! Уважаемые дамы и господа, рядом со мной стоит Фредди Мартелло, один из самых экстремальных и самых акробатичных рестлеров независимой федерации рестлинга. За последние несколько месяцев Фредди проявил себя как рестлер, который стремится, который пытается, старается получить победу любой ценой. Поэтому на предстоящей опасной зоне он реализует свое официальное право принять участие в матче против чемпиона в легком весе. Один на один. Дорогие друзья, переходим к одному из самых знаковых матчей этого чемпионата «Опасная зона». И наш генеральный менеджер Ксения Майер предоставил Фредди Мартелло просто мега-шанс, потому что сейчас один на один он сможет попытаться отобрать у Джокера принадлежащий Джокеру чемпионский пояс в легком весе. За свет. А вот и чемпион НФР в легком весе. После, после матча, который у них был на недавнем чемпионате, это был треугольник Фредди Мартелло против Джокера против Еретика, в котором победил Джокер, сохранил свой чемпионский пояс. Честно, можем признаться, что Фредди Мартелло немного не повезло. Вот, надеюсь, сейчас у него все получится. И он покажет нам что-то новое, что-то сумасшедшее, что-то красивое, а главное эффективное. Как всегда, не парясь, выходит на защиту титула. Абсолютно человек живет в каком-то своем мире. И можно только догадываться о его мироощущении. Да, что творится у этого человека в голове. Но тем не менее, судья выполняет свою работу, показывает, что будет стоять на кону. А это фактически второй по значимости пояс федерации. И кроме того, не будем забывать, независимая федерация рестлинга всегда отличалась качественным легковесным дивизионом. Да, это факт. Да и тяжеловесный у нас прекрасный, я считаю, коллега. Да и командный на высоте. У нас вообще все хорошо. Главное, чтобы было лучше.
Да, и президент у нас хороший, и благосостояние людей у нас. Я про федерацию, я про федерацию. И посмотрите, Мартелло сейчас пытается как бы показать своими действиями, что он нисколько не хуже Шокера. Да, и может также его запутать, извините, Джокера, и также не хуже его запутать и закрутить. И... Но Джокер быстро... Мне нравится, что Джокер что-то добавляет в свой ассортимент каждый раз понемножку. Сейчас он пытается удержать Фредди Мартелло, но тот все-таки его сталкивает и сам управляет в арт-драк. Да, КПР в этот раз не прошла. Да. Отрывает от себя ногу Джокер. Смог предугадать этот прием. Перепрыгивает Джокер через Фредди Мартелло и с разбегу рубит его коленом. Да, стоило Фредди Мартелло только на полсекунды ослабить внимание. Так, это что-то? А, так удержание или нет? Это... Началось как удержание, а закончилось как такая разновидность синтан-бомб. Это Rolling in Place Thunder. Ох! Не хочет... как бы... О! А вот теперь Капуэра приносит плоды. Попал четко Фредди Мартелло Джокеру в челюсть. Да, только я хотел сказать, что Мартелло как бы отвечает ударом на удар, но оказывается, это был всего лишь отвлекающий маневр, как и этот. А теперь не смог Джокер уйти с траектории Фредди Мартелло. Накрывает его, ударив коленями куда-то по верхней части туловища, да, по-моему, по голове. И посмотрите, как теперь Мартелло резво начинает расправляться с Джокером. Мощные удары. Правда, с Чобом немного вышла промашка. Но Фредди работает направо и налево. Судя по всему, не собирается останавливаться. И ему, похоже... А вот это зря! Ой, как зря сейчас Фредди Мартелло. Ты не вовремя даже решил покрасоваться. Да, но опять-таки, воспользовавшись паузой, Фредди Мартелло опять отвечает ему тем же. Знаете, Шокер потерялся, Мартелло разбегается, и летящие кулаки, можно сказать, сейчас произошли. Летящие кулаки! Что ж, Мартелло не очень плохо подготовился, знаете, правда, опять промах. Очень сложно комментировать, когда вот так вот борцы отвечают шаг на шаг друг другу. Дропкик правой ногой попадает Джокеру в челюсть Фредди Мартелло. Ну что ж, редко когда можно видеть Джокера вот таким подолгу потерянным в матче. Ну уже не потерян, уже приходит в себя. Ой, бомба-то у него не получается. Фредди Мартелло меняет траекторию в воздухе и приземляется практически на ноги. Облетающий, закрученный шейлом. Удержание! Вырывается Фредди Мартелло. Или даже скорее брейнбастер. Что-то среднее между ними. Зрители поддерживают Джокера. Может быть, есть те, кто поддерживает Фредди Мартелло, но я их, честно говоря, не слышал. Посмотрите, какие хорошие сегодня прямые удары у Мартелло. Да что бы ни сглазить, у него все хорошо. Ну, по крайней мере, раньше он так резво и мощно не попадал в челюсть, как сейчас. Джокер разбегается, но Мартелло ускоряет его, посмотрите. Но Джокер так быстро сейчас сориентировался на местности, оттолкнулся от третьего каната. Это уже такой чистый экстремальный стиль Джокера. Было продемонстрировано. Да, это то, к чему должны быть готовы все борцы, выходящие против Джокера на матч. И такой колыбельный передний суплекс с зажатой ногой. Да простят меня многочисленные фанаты рестлинга. Джокер показывает куда-то между потолком и балконом. Неужели?
Не-не-не-не-не-не-не-не-не! Коллега, неужели вы подумали о том же, о чем и я? Да, неужели он решил повторить свое сальто с этого шестиметрового балкона? Судя по всему, в этот раз на Фредди Мартелло, на ринг, на котором лежит сейчас на Фредди Мартелло. Или, может, все-таки с угла? Нет, 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 он продолжает. Да, он идет из зрительного зала. Да. А вот и еретик. Я даже не знаю, что сказать по этому поводу. С одной стороны, еретик спас Джокера, возможно, от неминуемой травмы после прыжка со второго этажа, потому что если один раз ему так сильно повезло, то не факт, что повезло ему в этот раз. Но с другой стороны, он вероломно, неправомочно напал на Джокера, и сейчас Джокер подвергается двойной... Кром в раю! Коронный прием Фредди Мартелло! Кром в раю! Держание! И это победа! Фредди Мартелло новый чемпион независимой федерации рестлинга в легком весе! Вот это да! Вот это новости! Конечно, за эту победу, за этот пояс должен Мартелло благодарить еретика, но факт есть факт! Фредди Мартелло чемпион в легком весе! Я не думаю, что он понимает, кому его стоит благодарить и стоит ли вообще, потому что он явно был в таком полуобморочном состоянии после того, как Джокер сделал ему предыдущий прием. И вы, даже перед тем, как он прыгал, раскручиваясь для удара вот этого ногой, вы видите, как Мартелло плыл за секунду до этого. Он сделал... А что ему еще оставалось сделать? Да ничего, сделал он все правильно. Вот я и так и знал, что вы так это скажете. Правильно, конечно. Ну не будет же он просто стоять и смотреть. Да. Я согласен. Увидел противник, замешкался. Прием, удержание и победа. В данном случае я согласен.